Полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Труднев посетил Нерюнгри, где провел совещание по вопросам развития территории опережающего развития Южной Якутии. Делегация осмотрела ГОК денисовский компании «Колмар», которая является якорным резидентом ТОР. Как отметил полпред, на 1 рубль государственных денег, вложенных в развитие территории, приходится 50 рублей частных инвестиций. Это самый большой показатель на Дальнем Востоке. При этом южно-якутский ТОР реализуется быстрее намеченных графиков, добавил полпред. В свою очередь, руководитель республики Егор Борисов отметил, что приход компании «Колмар» и создание территории опережающего развития на юге Якутии положительно сказывается на социально-экономической ситуации в Нерюнгринском районе. Если раньше здесь сокращалось производство, а также происходил отток населения, то с приходом угольной компании ситуация стала меняться в лучшую сторону, отметил Егор Борисов. Что такое мультипликатор? Это соотношение, сколько нам надо бюджетных денег потратить для того, чтобы пришли частные. Вот показатели Южной Якутии сегодня более 50. То есть на один бюджетный рубль приходит более 50 рублей частных инвестиций. Но таких фактических показателей больше, честно говоря, нет. Мы сегодня создаем рабочие места. Мы уже не только само производство по добыче угля или там вокруг него производство, а именно сервисные компании появляются, люди трудоустраиваются. Вот это главное.